В соборе Николая Чудотворца. В соборе Николая Чудотворца хотел отмолить свои грехи, в лучах его полуденного солнца очистить душу всю от шелухи. Нанизывала просьбы на запястья, хотела при молении прочесть. Когда вошла, я встала у распятья. Слова забыты, было их не счесть. В душе светло, а в голове вопросы. Какие просьбы? У меня все есть. Вдруг с глаз моих скатились скупо слезы, размазав соль суетности, как смесь. Тогда я поняла всю праздность жизни, всю бренность наших мелочных обид. Стараться нужно нам дойти до тризны, в любви вселенской так, как Бог велит. У бедняков кощем крышам он лазил, нес за плечами огромный мешок, и наступал по утрам дивный праздник, и становилось в сердцах хорошо. Долго хозяева чуду удивились, как снизошла им сия благодать, и сообща в храме Богу молились: Боже, открой, кому честь нам воздать. И он при жизни явил, и по смерти многие дивные станутся дела. Лишь позовите и в милость поверьте, я появлюсь, обещал Николай. Если подарок ты выбрать не волен, крепко зажал тебя бедность и круг, часто молись чудотворцу Николе, помощь придет из заботливых рук. Если ж не терпишь нужды или бедствий, и в твоем доме хватает всего, ты попроси себе доброго сердца, лучший подарок, что есть у него. Чтобы над тем, кого тягота гложет, кто свою жизнь проклинает скорбя, чудо любви совершилось бы тоже, и совершилось бы через тебя.